Здравствуйте, уважаемые студенты. Я Адильбаева Амина, студентка третьего курса Талдыкурганского высшего политехнического колледжа. И сейчас я продемонстрирую вам, как открыть, а затем отправить задание вашему преподавателю. Для этого вам нужно зайти на сайт Платонус, войти в систему с помощью логина и пароля, который был вам выдан ранее. Дальше мы заходим в раздел «Задания». Пролистываем вниз и находим нашу тему. Нарисовать схему подключения сетей. Дальше здесь нам прикрепили ссылки и файлы. То есть вы нажимаете на ссылку, переходите на YouTube, просматриваете видео. И снизу прикрепленные файлы. Это могут быть либо конспекты, либо схемы. Выполняем задание. И дальше я покажу вам, как отправить. Также заходим на сайт Платонус, входим в систему. Также заходим в раздел «Задание», находим тему «Отправить на проверку». Дальше мы нажимаем на значок «Загрузки», «Файлы» и выбираем «Изображение». Здесь мы вводим, например, просмотрела видео ролик и отправить на проверку.